Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости. А сами в то же время наглотались зубного порошку. Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества.